Всего лишь адские пустоши. Спасибо, мне такого не надо. Привет всем, дорогие друзья. И сегодня я бы хотел воскресить из мертвых выживание в Майнкрафте. Проекта долго не было по причинам там с миром и потому, как я развился. Ну, короче, там мое личное было, там с миром были проблемы. Я на бета-версии играю, успела перенести свою ферму и сделать ферму сахарного тростника. Вот, поэтому я себе сделала книжные шкафы, а также вот такой вот мостик замечательный. И знаете, у меня... А знаете, откуда у меня вот эта вот еловая штука? Короче, вот этот вот овраг, в котором я добывал алмазы, и вот там вот тайга там. Срубил парочку деревьев. Так, тут у нас проросло много чего. Давайте берем сахарный тростник. Такое-то. Ну и потом, короче, оплавилось. Хорошо. Из сахарного тростника, как вы знаете, делается бумага. Да, Майнкрафт не настолько уж реалистичная игра. Уж извините. Это, конечно, не самый лучший вариант, но я буду рубить дерево, пожалуй, рукой, чтобы поставить вот эту железную. Не знаю, хорошо ли это или плохо, что они тут в комплекте тремя штуками. Даже не знаю. Знаете что, я хочу себе коптильню сделать, чтобы еда быстрее пережаривалась. Он там, кстати, книгу с первым скрафтил. Так, вот мой старый добрый топорик. Еще из первой серии. О, красиво смотрится. Но с розовыми кустами смотрелось бы красивее. И смотрите, у меня есть вот такой вот... Блин. Вот такой вот генератор воды, благодаря которому я могу бесконечно получать воду. Сделал себе каменный мост. Лавой. И я тут, короче, добыл древесину. Так, отойди. Вот, отлично. Поставим сюда варочную стойку, чтобы она вид из окна, чтобы она окно загораживала. Смотрите, и теперь я вот это вот помещение, шахту, сделал полностью из камня, чтобы было лучше. И вы посмотрите вот на этот бомбезный склад, который я переделал. А вот это рамка портала в ад. Давайте зайдем и посмотрим, что там. Мне очень даже интересно, обновление же вышло. Ну вот, я заспавнил. Что? Всего лишь адские пустоши. Спасибо, мне такого не надо. Лучше я отсюда пойду. Мне здесь нечего делать. Да и древних обломков, мне кажется, тут не особо найдешь под лавой. Буду делать загон для свиней. Так, ну, давайте сейчас немножко соберем картофеля, чтобы их приручить. Будет достаточно. Так, ну вот первая свинья идет. Вот, все, готово. Сейчас я приманиваю вторую. Какая-то чики-бомбони гуляет. Пофиг на нее. Так, так, давайте. Все, давайте. Трахай. И ты, вон, держи. Сорян. Извините. Контент 18+, походу. Будем делать загон для коров. Для коров-то я сделала, а вот сейчас для кур делаю такой маленький. Потому что коров я тут не особо вижу, но хоть кого-нибудь мне надо. Овцы, если честно, мне не особо нужны. Ну, тут, короче, нашел парочку. Сейчас приманю.
давайте. Идите, мы тут семя еще. Идите в загон. Спасибо. Давайте, давайте. Не, не смотрите, это... 18 плюс контент. Короче, тут сейчас коров ищу. Не знаю, где найти, ну, либо в деревне, либо... Хрен знает, короче. И вот я через время и боль нашел тут корову. Давай. Ну, с ней не так вообще, она в стене застряла. Так, ну это ж бета-версия. Тут полно багов. Вот, нам нужно сейчас найти вторую корову. И по желанию поесть, потому что, сами понимаете... Эх, тут что-то не особо вижу. Показывайтесь, корова хреновая. Давай, хавай. Они были... Вообще там куча вылетов было. Ой. Ладно, на этом, пожалуй, мы закончим. Сейчас сделаю хлеб. Следующее будет точно уже выживание в Майнкрафте. Так что всем пока.